16 июля около 9 часов утра был подан сигнал об остановке водителя автомобиля Deo Lanos по причине того, что похожая марка находится в розыске, его вони. После того, как водитель остановился, он вышел из автомобиля, наотрез отказался показывать водительское удостоверение и также свидетельство о регистрации транспортного средства. В ходе общения с водителем было заметно, что от водителя исходит запах алкоголя, присутствуют признаки алкогольного опьянения. После чего ему было предложено при двух свидетелях продуть алкотестер Драгер. Он отказался. На водителя был составлен административный материал по статье 130, а также по статье 126 за то, что водитель не предъявил законные требования работника милиции, водительское удостоверение соответствующей категории и свидетельство о регистрации.